Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня мы с вами поиграем в Stalkers of Pripyat. На самом деле, заметил довольно-таки дурную тенденцию. Все люди, которые начинают проходить Сталкера, включая дураков, как будто они не проходили, и очень сильно растягивают свое приключение. Игра на самом деле довольно-таки короткая, я попытаюсь пройти ее побыстрее. Вряд ли это будет неким спидраном, хотя я... когда-то давно проходил ее, менее чем за час. Правда, вряд ли я вспомню, как я это делал. Было это хрен знает когда. Ну ладно. Багов у игры для ее быстрого прохождения на самом деле довольно-таки большое количество, но постараюсь ими не пользоваться. Да-да, конечно. Так. Оружие опусти, мужик. Ну, то, что я кривоват, это понятно. В Сталкере я уже не был давно. Пушки у вас говно. Ну ладно. Так. Это можно продать, это уже продать. Не получится. Так, ну ладно. Побежали тогда в сторону аномалии. Там, насколько я знаю, лежит модифицированный костюм, до которого хотелось бы добраться. Ну да, детектор у меня говно. Начал я играть на уровне сложности сталкер. Ах ты твою мать. Но не будем о плохом. Пусть мне и незачем их было убивать. Детектор на О. Ладно, погнали. Ах ты, сволочь. Да-да-да. А вот, собственно, и этот костюмчик. Кардан, алкаш старый. Как набухается, зад от стула оторвать не может. Ну да как же? Тут надо получше осмотреться. Придурок. Еще и на нас шутником наехал. Молодые мы типа слишком. Ни черта не сечем. Шутник тоже хорош. Обиделся, схватил рюкзак и фить с концами. Пока можно я кардан судой, успокаивал, конечно. Свалил в неизвестном направлении. А мне что теперь, со старым идиотом урать? И водка это дерьмо. Не, ну это я зря. Что-то не получается у меня прорваться. Чёрт ты. Не получается, ну хули делать, обойду, ладно. Такая же... это и великая проблема. Ой,
Давно я не был в этих аномалиях. Ну да не страшно. Да выпусти меня, хрень. Так, вот мы недалеко от кинотеатра. Не совсем там, где надо, я вышел. Ну да ладно. Сейчас тут быренько за аптечками сходим. Два костюма неплохих. Сука. Серьезно? Пошел ты в жопу, мразь. Где этот обсосок? А вон он. Смотри, уходит. Ну, пиздуй к своим, ладно. Эть. Я так-то порядком перегружен. Стамина у меня кончается. Ну да ладно. А! Мимо пролетел. Вот это плохо. Ладно, сейчас исправим. Нахер иди, псевдопес. Пробегусь по старым чертежам тогда. Ну а хули делать? Похавать, сохраниться. Пошли дальше. Я помню еще когда гранатой скипал ролики. Но сейчас я этого делать не буду. Так, данные с бортового. Ага. У ската 3 отказали оба двигателя. Так. Что тут у нас еще? Карта и на ней отметки предположим. Ну или так. Скипать там можно по-разному. Хе-хей. Так. Хорошо. У нас появились теперь отметки. Можно еще сюда за артефактами, конечно, зарулить. К сожалению, ни сталкеров, ни бандосов тут нет. Это говно. Есть ебучий.
Ну ничего. Мы живы. А это главное. Да и броня не повреждена. Правда, аптечек нету. Но я аптечки свои уже отбил. 2500, целый противогаз. Это говно можно починить, вот это можно будет починить, продать. Короче, я в любом случае в прибыли. Так, жалко вот только, что я сталкеров тут по пути не нашел. Эх. Ну да и хер с ним. Коготь я не полезу. Или это не коготь? По-моему, это коготь. Сохранились и, наверное, дернули в сторону Скадовска. О, пацаны. Буграмчу, типа я хорошо сидя себе с мобильной командой. Еще до одного дела. Нет, спросить кое-что. Кто может предложить работу? Угу. Ладно, спасибо. Типа я слушаю. Ну, давай, давай, давай. Хорошо, что это не мизери. Будь это мизери, бандосы уже бы на меня накинулись. Это тоже бандосы? Да ёб твою мать. Что за непорядок? Оккупировали бандосы, все. Ладно, пешкарусом доберусь, хули делать. И тут бандосы. Ну пиздец. Ладно, не суть. Нет, только не палите, пацаны, пожалуйста. Здравствуй, сталкер. Султана, короче, ну, удачи. Ну, да, конечно же, спасибо. Так, держи артефактов на 6 кусков. Все остальное я к меху, наверное. Здорово. Сталкеры, внимание. Идет выброс. Повторяю, идет выброс. Советую всем срочно подыскать укрытие. Да знаю я. И вот это тут почини. За 700 рублей, я думаю, можно будет сплавить. Поговори со мной, черт. Да чё ты топчешься? Если есть что, выкладывай, нет, проваливай. Так. Да и всё, я думаю. Вторая пушка мне не нужна. Иди, иди, ну как? Узнал что-нибудь о Сороке? Только не да сейчас. Да где не спрашивал, все до задницы. Вообще никаких слухов. Будто и не было его никогда. Эта скотина еще пожалеет, что сбежала. Так, дай-ка мне. Ничего, потерпи. Доктор сказал, уже через пару дней бегать сможешь. Да, прощай. Пока давай отлеживайся. Медицины. Пригодятся. Эй, сталкер, к тебе вопрос есть. Вот это говно забери. Ну и после выброса, наверное, отправимся на Янов. Значит, свечение. Это по... Хотя, в принципе, можем сходить, тоже бабки неплохие. Давай. Thank you.
пушка есть, хули бы не сходить. Сталкеры, внимание! Выброс начнется с минуты на минуту. Ищите глубокую нору, если жить охота. На, вот, держи. Ну не могу я мимо него пройти. Я знаю, что если я буду проходить быстро, то у меня будет плохая концовка, но не могу я пройти мимо него. Сколько там время-то? 11 часов. Аллилуйя. Так, ну ладно. Пошли на земснаряд. Там, по идее, проблем никаких нет. Ох ты, блядь. Три пацана лежит. Ну вы чё, ребята? Ну, пригодится, фигли. Патронов одна обойма. Ну мы уже почти у земснаряда. Сделаем сейф. Чеши, чеши! Пошел нахуй. Ну и ты. Не, ну вы же знали. Вы же знали, на что вы идете. Зачем вы так? Ой, надо было водки выпить. Нахуй с ним. Провтыкал так провтыкал. Да, короче. Надо мне, конечно, столько колбасы. Ну, в принципе, за бабло можно. Чё, опять радиация накрыла? Ну, сука. Всё, забафался от радиации. Кого вы там увидели, дауны? О, смотри, какая прелесть. Бандосики.
пацаны! Давай, давай. Вали, петухов! Красавчик, вообще молодец. Привык так сбросил и уплыл. Так, а ты, пацан? Где ты тут? Ох ты, блядь. Не надо так. Вот так вот не надо. Прости, прости, братан. Ща иду. Ты мне тут хорошее дело сделал, между прочим. Ах, спасибо. Держи аптеку. Ох, нихера себе. Я, может, даже элочку твою возьму. Эти патроны я не знаю, нахер я взял. Это не так важно. О! Хороший дробан. Тут же вот двое было, нет? Нет, тут три пацана лежит. Нормально вы тут по стрелухе устроили, я смотрю. Ну, бинт тоже давай. Все, ладно. Все равно я возле Скадовска. Блять. Ешь колбаски. А там нет у них нихера. Я же все залутал. Автоматы только разве что. Ну ты вообще. С таким барахлом я в зону полез. Во. И я о том же. Да, мне сейчас лучше не прыгать. Здравствуй! Всем привет. Ну? Да я тут КГБ с добром. На, вот, держи говна. Наверное, две штуки себе оставлю. Патроны на элку. А вряд ли я буду им пользоваться, элкой-то. Калаш все-таки как-то сподручнее. 8 гранат, 2 лимонки. Это на дробан. Сука, сколько ремонт этого дробана будет стоить? 1500. Бля, ну его нахуй, слышишь? Просто ну его нахуй. Так вот, короче. Все, вроде все говно сбросил. Как говорится, да. Да-да-да, привет. 3000, спасибо. Возьми хлебушка. Колбаски. И водки. Все. Найдешь артефакты? Заглядывай, посмотрим. 13 тысяч. Да, дробовик забыл скинуть. Ну, на всякий пожарный, пускай валяется.
Так. На Янове, насколько я помню, я могу поднять... вал из тайника, но это если отклоняться от маршрута. Так мне надо забрать только лишь документы с Юпитера и добазариться за экспедицию. Да, я не думаю, что это будет особо сложно. Давай же, падла, грузить быстрее. Все, пришли. Это станция Янов. Единственное безопасное место в окрестностях Юпитера. Здесь тебя и оставляю. Буду нужен? Ищи возле бара. Здорово. Так ты здесь впервой? Хм. Я вот тоже недавно пришел. Азот меня зовут, будем знакомы. Я в технике разной копаюсь. Что хочешь, отремонтирую. Правда, с инструментами у меня пока туговато. Так если что под руку подвернется, тащи сюда сразу. А понадобится техническая помощь, так буду рад тебя видеть на нашей, на долговской половине. Давай-давай. Отпускай меня, чудо-трава. Подходи. Торговля. Чё продаешь? Чё толкаешь? Ну, забери-ка мой противогаз, нахер он мне не нужен все равно. В аномалии я все равно соваться не собираюсь. Покедова! Особо. Так вот, можно к дядьке Яру сходить. Тарам, как тарам, дела, охотничьи? Тарам. Так. И, наверное, все. Хотя нет, колбаску надо выставить на ход-слот. Но не тут ты, хули ты вот это вот... Колбаску. На ход-слот. Так. Ага, тут еще жабакан где-то есть рядышком. Здесь вроде. Абакан с ПСО. Да-да-да. Так, спокуха. Без нервов. Какая-никакая, а оптика. Так. Что скажешь, брат? Пошли. Да, пойдем. Ладно. Дядька Яр у нас черт прохаванный. Тихое местечко, если к местному населению с расспросами не лезть. Угу. Хереть, там пальба уже началась. Но мы не будем о плохом, да, дядька Яр? Спокойно тут, как на курорте. Согласен. Тишь да гладь. Еще немного. И домой. Вот только найти дорогу. Найти дорогу, да? Дебил. Почти пришли. На, все, он готов.
сука, Яра-то не пристрелил. Получай гранату! Дебил. Держи от меня! Бля. Новый конченый. Я вам отвечаю. Есть! Скопытил одного! Дебилы. Сейчас и глянем, прав я был или нет. Ну вот и наемнички. Вот тебе гранату. Стволы у них там вроде ничего, но это не суть важно. Ты смотри. А ну выноси, сволочи! Всем спасибо, все свободны. От сука. Крепкий какой попался. Мудак. Язык чешется, оно и понятно, чё б не поговорить. Да вообще-то похуй, как бы. Не пизди, что ты с этим говном был. Ладно. Не суть важно, давайте засейвимся. И где-то тут был тайничок, вот только вспомнить бы где. Ебашит тут, конечно, радиация. Я вот что-то найти не могу. Давно я тут не был, сука. Во, вроде оно. Точняк. ВСС. И все, полезли обратно. Такое? А вот это не будем, да? Эмочка, у тебя в каком состоянии? В нормальном состоянии. Можно водки бухнуть еще с твоего кармана. Только одно странно. Никак не ожидал, что он все-таки стрелял не с вала какого-нибудь, а со сраной эмочки. Убирай волыну к черту! Да-да. Блять, извиняй.
кнопки спутал. Да, их местами поменяю. Хотя нет. Это идеальное штурмовое оружие. Ну. Че это вообще было? Ну, пришли убивать, да знаю я. А чё, не попросил у своих помощи? Зачем втягивать в разборки своих пацанов? Ну, оно и правильно, будь здоров. Хотя, знаешь, пойдем на Янов. Хули бы нет. Так, пушкой я обзавелся. В принципе, мне нужен еще хороший дробовик. Ну, этот сойдет, но я что-то жоплю его ремонтировать просто. Вот. Ой, ё-моё. Чё там говорил? И чё потом? Ладно, я разберусь, не парься. Так, F3. Ну рассказывай, я весь внимание. Ну вы как дети прямо. Давай этот антирада мне 3 куска. Даже 4 и одну аптечку. Ну вот, бинтов можешь забрать. Будь здоров. Пойду свои пушки отремонтирую. Ну привет. Ты думаешь, они его не пристрелят? Сразу хай! Артефакт возьму. Так. Тут ни хера ремонтировать не надо. Тут сколько? 900 ты хочешь? За этот 65. Я и так его, в принципе, продам. 1500. Да ну его в жопу. Вот за этот я, скорее всего, вытащу больше косаря. Бай! Давайте сначала этот продадим. Подходи, брат, у меня как в Греции, все есть. Там есть еще один баг с этим заданием, где надо ихнего товарища вытащить. Ай, сука, я забыл, там же 2 тайника на этом. Блять, там же еще детектор есть. Что-то я завтыкал. Ну ладно, похер. Таких патронов у тебя нет, да? Ну ладно, досадно. Не заглядывай, тут весело бывает. Того, что на дереве сидит крепко между ног. Сколько там время тоже? Ладно. Что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. Прохождение Сталкера Зов Припяти мы продолжим уже в следующей серии. Всем спасибо, всем пока. До новых видео.